Вот и открылся первый веревочный парк в Туве! Поздравляем, друзья! Сегодня для жителей Тувы произошло радостное событие. Впервые в парке открылась новая спортивная площадка, а именно веревочно-туристический парк «Джунгли Ленд». Веревочный парк – это аттракцион на открытом воздухе, изготовленный из канатов, мостов, лестниц, сеток, качелей и лиан. Чтобы граждане могли испытать свои физические навыки, развить ловкость, силу и координацию движений. Подвесная полоса как для детей, так и для взрослых, где каждый сможет найти что-то интересное и полезное для себя. Его посетители прошли трассы различной сложности, совершая опасные переходы с одного элемента на другой. Первой, чья нога заступила на стартовое препятствие, стала 12-летняя Каталея Эрендей. Мне сначала было страшно, а потом стало уже все поприятнее. И мне стало очень даже весело. И когда мы еще приходили, я очень даже хотела сюда. И потом, когда мы открылись, я прям с радостью побежала сюда. Сложно было? Нет, легко. Немножко сложно. А что сложно для тебя было? Когда которые качаются вот так вот, там это квадратики, крестики были. Ты впервые в таком аттракционе участвуешь? Да. Инструктаж перед началом прохождения маршрута является обязательной частью обеспечения безопасности всех посетителей. Важно внимательно слушать инструктора и задавать любые вопросы, которые могут возникнуть перед началом испытаний. Соблюдение всех правил и рекомендаций инструктора поможет избежать возможных травм и повреждений, а также обеспечит более приятный и безопасный опыт прохождения маршрута в веревочном парке. Инструктаж проводим, как обычно, записываем имя, фамилию. Потом возраст. Страховку одеваем, как обычно, что страховки. Вот карабин, еще вот круговая защита, которая ведется. Еще роллер, который на конце полосе доезжает до этого. Дополнительная страховка – это карабин, оказывается, а круг, который, он же от начала, когда от начала берется, он только в конце отрывается от человека. И вы всегда, конечно же, рядом, да? Да. В веревочном городке представлены три разные трассы, подходящие для различных возрастных категорий и уровней подготовки. Это позволяет каждому посетителю найти оптимальный маршрут, соответствующий его физическим способностям и желаниям. Протяженность трассы у нас разная. Первая трасса протяженностью 100 метров, вторая трасса 150 и третья трасса 170. Высота первой трассы 1 метр, второй трассы 3 метра и самая высокая у нас третья трасса 5 метров. Это уже для взрослых? Это для взрослых, да. Вот ограничение пойдет по росту, по весу. Максимальный вес посетителей до 100 килограмм. А дети на первой трассе с 5-6 лет могут участвовать. Спортивную площадку построили при поддержке правительства и агентства по туризму в рамках государственной программы развития туризма. Как отмечают организаторы, для них это двойной праздник, ведь парк открылся в год семьи России и в год здоровья Тувы. На сегодняшний день по итогам анализа туристской привлекательности региона мы замечаем, что именно развлекательных досуговых у нас точек или объектов недостаточно. В этой связи мы предлагаем или планируем расширить именно развлекательной части. Парк станет любимым местом детей и взрослых, уверены организаторы. Особой популярностью у детей и молодежи пользуются комплексы, где каждый может почувствовать себя героем, преодолевающим преграды на своем пути. И к таким относится веревочный парк. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Самдан Иргит, телеканал Тува-24.